Первому музыкальному радио Чувашии «Таван Радио» 9 лет. В честь этого редакция запустила акцию, в которой может поучаствовать любой слушатель. Самые внимательные уже получают призы. Привет, привет, Надежда. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня мы находимся по адресу Мурпасадское шоссе 29. С 12 по 16 декабря любителям Таван Радио следует внимательно слушать эфир. Команда радиожурналистов будет выезжать в различные точки города. Задача слушателей – узнать, где они находятся, выехать на то же место, назвать кодовое слово и получить приз. Фирменные худи, кружки, также пауэрбанки. Поэтому, друзья, спешите, спешите участвовать в акции. Слушайте эфир с 12 до 13. Там мы объявляем в это время именно, в какую точку города выезжает наша редакция. И вперед из песни, друзья! Сегодня самые внимательные слушатели уже получили свои призы. Они отметили, что за 9 лет Таван Радио стал для них уже родным. На самом деле, каждый год участвую в каких-то ваших вот таких вот активностях, стараюсь каждый раз успевать. Я очень благодарна, то, что вы не забываете про своих слушателей и всегда радуете нас такими приятными подарками и праздниками. Я очень рад, что сегодня получил подарок от Таван Радио. Поздравляю Таван Радио с этим замечательным праздником, 9 лет. Слушайте Таван Радио. Милена Алексеева, Георгий Кривошеин, Республика.